Сдерживать отрицательные эмоции – это хорошо или плохо? Ну, хорошо, потому что вы, если умеете контролировать свое эмоциональное состояние, вы не будете ранить окружающих вас людей, близких не будете ранить, не будете запускать цепочку вот этих негативных эмоций, которые способны вот иррадиировать, так сказать, на весь ваш социальный круг. С другой стороны, когда вы так жестко контролируете свои негативные эмоциональные реакции, вы не перестаете их испытывать, то есть они остаются в вас. У вас остается, грубо говоря, этот негатив. Он выражается в мышечном напряжении, в изменении характера вегетативной нервной системы, того, как она работает, и функциональных расстройствах соответствующих. Это может нарушаться сон, головные боли могут возникать и так далее. И это, конечно, плохо. Вообще с эмоциями надо научить дружить и научиться их расщеплять, а не прятать. Ну, это я так думаю, как психотерапевт, а вы можете сказать, хорошо или плохо. Может быть, хорошо всех там кругом покрывать всеми возможными словами. Обсудите в комментариях.